диплом бы свой переписал заново. Учиться наконец-то, сдавать сессию вовремя. Зачеты свои сдавать, экзамен. Сбросить лишний вес, начать бегать по утрам. Мы хотим начать новую жизнь с понедельника. Но всем ли это удается? Есть такое выражение: начну жить заново, с понедельника буду делать то там. А вот что бы ты сделала с понедельника? С понедельника? Наверное, начала бы бегать. Нашли новую работу, естественно, как мы выпускники. Это было бы для нас самым счастливым моментом. Применить свои знания в деле. А ты? С понедельника мы всегда начинаем жить заново. Начал бы здоровый образ жизни. А что мешает это сделать сейчас? Сейчас ничего не мешает. Может быть, высыпаться. Высыпаться, наверное. А что тебе сейчас мешает высыпаться? Ну, учеба там, тренировки, игры. Учиться наконец-то, сдавать сессию вовремя. А что тебе сейчас мешает делать? Работа. Есть такое выражение: начать жить заново с понедельника. Что бы ты начал делать с понедельника? Диплом бы свой переписал заново. А почему? Ну, есть там небольшие такие места, где бы я бы исправил, конечно, но уже поздно. Есть такое выражение: начать новую жизнь с понедельника. А что бы ты начал делать с понедельника? Вредные привычки, блин, какие-нибудь. Бросил, ну не знаю, спортом был, занялся. Не знаю, короче, с понедельника можно много чего начать по-новому. Ну, вряд ли кто-то начинает, в принципе. А почему ты сейчас, вот, допустим, не бросил вредные привычки до сих пор? Вот? Ну вот не знаю почему, ну я как бы задумался об этом и в то же время забывал. Есть такое выражение: начать жизнь с понедельника. А что бы ты начал делать с понедельника? Зачеты свои сдавать, экзамены. А почему ты их до сих пор не сдал? Я постепенно все сдаю. А что бы ты начал делать с понедельника? То же самое, что и всегда делал. Что? Да ничего бы не поменялось, это выражение, считай, бессмысленное. Потому что что-то, если хочешь начинать, начинаешь прямо сейчас. А что-то начинать с понедельника, со вторника, это, не знаю, я считаю, это бессмысленно. И часто ты что-то начинаешь делать сейчас, вот именно меня? Ну, что необходимо прямо, я делаю непосредственно перед тем, как мне нужно что-то сделать. Посоветуй тогда людям, как начать действовать именно сегодня, а не завтра. Нужно, чтобы их жизнь к этой ситуации подвела. Потому что человек сам ничего не будет делать, мне кажется, вот так. Когда жизнь сама подводит к такой ситуации, тогда ты что-то начинаешь делать. Нет. Все, со следующего понедельника точно начну придумывать текст заранее. Какую отмазку ты придумываешь с утра для себя, чтобы не пойти в универ? Сегодня мало пар, наверное, я не пойду. Я не отмазывал, я иду в университет. Да я всегда ходил на пары, я себя не отмазывал. Я вставал в 6 утра и садился на машину, приезжал всегда, вовремя всегда. Отмазываю себя, что в следующий раз точно пойду, вот завтра, вот начну учиться, ну, а сегодня отдохну. Да никак, поломаюсь 5 минут и встаю и иду. И спать опять. Да я вроде не отмазываю себя, я просто не хожу, когда не хочу. Хочется спать, лень, что там делать.